Так, перекрывай на 6 часов. Слежу на 6 часов. А, ты слышишь? Кто это может быть? Твой телефон? Точно, телефон. Секунду. Алло. Да, сэр. Да, сэр. Скоро буду, сэр. Кто звонил? Командование. Что-то насчет бета-теста. Я толком не понял. Я скоро вернусь. Окей, я буду тут. Эй! Чего? Эй! Чувак, ты что делаешь? Чего? Ты что творишь? Стреляю по танку впереди. Это оружие не нанесет вред танку. Откуда ты знаешь? Потому что это танк. Слушай, у тебя есть какое-нибудь дополнительное оружие с глушителем? Почему ты шепчешь? Потому что я не хочу, чтобы меня услышали или увидели. Да что угодно. Да. Ну, у меня тут есть ствол с глушителем? Класс! Оу, не-не-не-не, выруби! Смотри, выруби как его. Он яркий. Посмотри, с ним все так хорошо видно. Да иди ты нахрен, блин, выруби долбанный фонарь. Не могу, он не выключается. Выключается, нажми кнопку вверх. Действительно выключается? Спасибо. Устроил тут китайский Новый год какой-то. Издеваешься? А сейчас, кстати, год чего? Собаки? Вроде год собаки ведь. Сейчас год, заткни свой хлебальник и слушай меня. Пригнись. Окей. Мне начинает нравиться. Так, смотри. Что? Вон там. Вижу двоих. У меня тут боеприпасы для тебя. Фугас мне в глаз, да хорош уже! Патроны или гранаты. Ты серьезно, будешь кидать ящик с боеприпасами мне под прицел? А вдруг понадобится? Может, ты мне еще джип сюда пригонишь и оставишь? А? А? Джип? Да, джип. О, знаешь что? Проваливай. Хочешь, чтобы я ушел? Да. Уверен, что хочешь? Вали! Ладно, ухожу. Пойду найду джип. Я вернулся, братан, ты как? С тобой-то что такое? Понятия не имею. Переведено и озвучено на русский язык по заказу сайта playground.ru.